Всем привет! Сегодня речь пойдет об акварельных карандашах, которые мне предоставил магазин Art Pinok. Ссылки на все материалы из сегодняшнего обзора вы найдете внизу в описании. Итак, карандаши выглядят вот таким вот образом. Находятся они в стандартной металлической коробке. Первое, на что я обратила внимание, это на то, что карандаши довольно-таки прилично выглядят. Несмотря на то, что они бюджетные, выглядят они очень красиво. И, в принципе, если вы когда-нибудь держали в руках профессиональные люксовые карандаши, то различий в принципе мало. То есть, да, визуально все очень красиво выглядит. Я заметила, что карандаши недостаточно острые, поэтому сразу же решила протестировать электрическую точилку, которую также прислал мне магазин Art Pinok. Никогда не пользовалась подобными точилками, и мне не казалось, что я в них нуждаюсь, но на самом деле вещь реально очень удобная, особенно для тех, кто постоянно работает с карандашами. Если точить 72 карандаша обычной точилкой или уж тем более ножом, то я думаю, что многие со мной согласятся, можно просто остаться без пальцев. Единственное, что будьте осторожны, точилка точит очень быстро, и как видите, я подпортила один из карандашей, потому что держала его слишком долго, то есть где-то секунды 2 или 3, а этого уже слишком много, вы и глазом моргнуть не успеете, как у вас пол карандаша не останется, поэтому нужно приловчиться и опускать карандаш в точилку буквально на доли секунды, максимум на секунду. Этого будет достаточно. Забыла сказать, что это акварельные карандаши, поэтому сейчас я сначала просто испробую их на акварельной бумаге, а потом добавлю воды и посмотрим, как же будет это все выглядеть в выкраске. Сразу хотелось бы отметить несовершенство палитры. На мой взгляд, она недостаточно гармонична, или я даже не знаю, как выразиться. В общем, я смотрю с точки зрения портретиста, конечно же, и для меня всегда очень большую роль играют оттенки для кожи, то бишь большое количество коричневых, красных и желательно телесных оттенков. Но телесные — это вообще отдельный разговор. Их в таких наборах можно встретить крайне-крайне редко, только если это какие-то особые наборы портретные, но опять же, встречаются они нечасто, к сожалению. У меня вообще всегда такая проблема, что производители отдают предпочтение всяким зеленым, синим, желтым оттенкам, которыми я пользуюсь как раз таки реже всего, и они в принципе там мне не особо и нужны. В целом телесных кот наплакал, их буквально пару штук, и они какие-то не особо пигментированные и яркие, поэтому не сгодятся для какой-то телесной подложки, если вы рисуете, например, портрет. Это, конечно же, довольно таки грустно. Палитра на самом деле блеклая, и это можно было бы простить обычным карандашам, но ведь это не обычные карандаши, это все-таки акварельные карандаши. А акварельные карандаши, они априори гораздо мягче, насыщеннее и ярче, чем обычные. И тут как бы вопрос, а что здесь вообще от акварельных карандашей? Ну да, в принципе, водой они размываются, но выглядит это довольно-таки странно. И обратите, какое количество розовых. Их очень много, они какие-то однотипные, а те, которые светло-розовые, которые хоть как-то можно было бы использовать для оттенков кожи, они совсем невзрачные, то есть цвета практически нет. Также я заметила несколько повторяющихся цветов. Я не знаю, возможно, я дальтоник, но да, периодически в наборах бывают оттенки, которые очень-очень похожи, но все-таки разница есть, как, например, у этих двух. Вот видите, один теплей, другой холодней. Да, похожи, но разные, и я это вижу, зрительно это заметно. Или, допустим, вот эти два тоже. Один теплей, другой холодней. Хотя, по факту, один цвет. Но вот эти два бирюзовых, они явно одинаковые. Я крутила их на свету при естественном освещении, точно так же, как вот эти вот два синих или голубых, и еще там где-то оранжевые были, да, вот эти два оранжевых, они тоже явно, ну просто одинаковые. Я смотрела на них под разным освещением, и я вам просто отвечаю, это один и тот же цвет. Они совсем не отличаются, и это странно. То есть их просто добавили для количества. Однако не могу сказать, что палитра прям плохая. Здесь достаточно красивых оттенков. Всякие песочные, коричневые, зеленые, в общем, природные оттенки, в принципе, удались. Я решила рисовать персонажа и взяла для основного базового тона кожи акварель. Да, я не стала использовать акварельные карандаши по
назначению. Я надеюсь, вы мне это простите. На это есть несколько причин. Во-первых, я не мастер в работе с акварельными карандашами. У меня хорошо получается использовать акварель и карандаши вместе. Это я могу. Но вот именно акварельные карандаши — это вообще особый инструмент, который требует особых навыков, которых у меня, к сожалению, нет. И в целом эти карандаши, если честно, не вызывают у меня доверия. Во-первых, я не вижу подходящих оттенков для того, чтобы намешать тот цвет кожи, который мне нужен. То есть я не уверена, что у меня это вообще получилось бы. А во-вторых, даже вот такой кусочек изображения я бы, наверное, закрашивала этими карандашами полдня, потому что они безумно твердые. И вот тут мы переходим с вами, пожалуй, к главному и основному минусу этого карандашного набора. Да, эти карандаши безумно твердые, практически все, за исключением, наверное, коричневых и желтых оттенков, но это практически всегда так, они самые простые в производстве, и, в общем, я не знаю, какая-то там магия происходит с этими пигментами, и, как правило, желтые и красные, коричневые оттенки, они самые удачные, хотя красные в этом наборе тоже безумно твердые, как и розовые. Розовые, это вообще вот розовые и фиолетовые, они, пожалуй, самые твердые. И у меня вообще в голове не укладывается, как это так, как вообще акварельные карандаши могут быть настолько твердыми. Это очень странно. Вот если вы когда-нибудь рисовали самыми обычными, простыми детскими карандашами, это вот то же самое. Когда вы пытаетесь их наслоить, у вас не получается. Когда вы давите на карандаш, а карандаш, он не рисует, он не дает вам яркий, насыщенный цвет. В нем просто нет пигмента. Он елозит по бумаге и просто царапает ее. Вот в этом наборе половина карандашей, даже большая часть, они именно вот такие. Все яркие красные оттенки, которые вы видите в этом рисунке, это все создано с помощью обычной акварели. И если честно, изначально я и фон хотела закрасить просто красным карандашом, потому что я видела, какие яркие и насыщенные акварельные карандаши бывают. Я пользовалась парочкой фирм хороших, и я представляю, какими они должны быть. И в принципе, да, акварельный карандаш хороший, он вполне может дать вот такой же яркий эффект. Он хорошо наслаивается, в нем много пигмента, но нет, с помощью этих карандашей, даже красных оттенков, у меня бы все равно получился такой блеклый розовый, и в целом заливка была бы очень неравномерной, потому что, опять же, карандаши безумно твердые. У меня просто немели пальцы, особенно от всех светлых оттенков, всякие светло-розовые, светло-серые, светло-голубые. Это просто вот, ну, невозможно. Я вот пока волосы рисовала, у меня реально отнимались пальцы, как сильно я давила на бумагу. Хотя бумага, она акварельная, она такая, знаете, с текстуркой. По идее, карандаш должен скользить и рассыпаться под этой бумагой, но, к сожалению, нет, этого не происходило. С другой стороны, эти карандаши стоят раз в 5, наверное, дешевле, чем те самые яркие наборы акварельных карандашей. И тут как бы, ну не знаю, делайте выводы, не могу сказать ничего однозначного, просто говорю вам факты о этих карандашах, а вы сами составляете уже свое мнение на их счет. Единственное, что могу сказать, вам в принципе могут понравиться эти карандаши, если вы не рисовали никогда теми самыми пигментированными и мягкими акварельными карандашами. То есть, если вам не с чем сравнить, в принципе, этот вариант для практики вам подойдет. Он довольно-таки бюджетный, 72 карандаша, это действительно много. Плюс оттенки довольно не плохие. Не все, но в принципе это не помешает вам практиковаться. Но если вы работали хорошими мягкими акварельными карандашами, этот набор, скорее всего, вас разочарует, потому что он, к сожалению, совсем не такой. Кстати, мне пришла идея снять видео, где я буду сравнивать несколько фирм карандашей, которыми я пользуюсь. Некоторые из них очень хороши, некоторые не очень хороши. Хотите ли вы такое сравнение? Если да, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ссылку на эти карандаши вы найдете внизу в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Таким образом, вы помогаете продвигать мои видео в рекомендации. Это очень важно. Так что большое
Большое спасибо каждому, кто поставит лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, добро пожаловать. А также не забывайте фоловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании.